Чинец. В том смысле, что я часто бываю в этом замечательном городе, я его безмерно люблю. Я прошел Олимпиаду там, Паралимпиаду. Недавно был на открытии курортного сезона. Был летом на Розе Хутор, был зимой на Розе Хутор. Видел летом объекты, зимой объекты, весной объекты и осенью объекты. Там идет жизнь, полноценная постолимпийская жизнь. Много туристов, проходят спортивные соревнования. Конечно, это жизнь. Мне хочется, чтобы она была наиболее полной, наиболее яркой. Но, например, если говорить про спорт высших достижений, то масса соревнований, масса. Мне единственное жаль, что в этом смысле для такой широкой биатлонной, скажем, публики простаивает стадион Лаура, где мы с блеском провели Олимпиаду, потому что у нас есть в Ханты-Мансийске прекрасный биатлонный комплекс в Тюмени, там будут скоро Кубки мира в Тюмени проведены, чемпионат Европы, и просто физически невозможно, скажем, проводить такие соревнования на сочинском биатлонном ристалище. Но там проходят сборы всевозможных команд, поэтому я считаю, что вот те детские улыбки, которые я вижу в Олимпийском парке, то количество семейных пар с детьми, бабушек и дедушек, которые там отдыхают, которые веселятся, развитая инфраструктура, гостиницы совершенно роскошные, не говоря уже про спортивные сооружения, которые лучшие в мире, жизнь кипит, и мне только хочется, чтобы она вот как тесто поднималась, чтобы из этого можно было испечь вкусный пирог.